Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бази, и мы продолжаем проходить игру под названием Метро 2033 Redux. Это уже по счету 10-я часть прохождения этой игры. Ну что, начинаем. Ну, эта миссия называется D6. Кто-то мне уже там в стиме пишет, вообще обнаглели. Твари. Не могут нормально мне снимать. Да. Так, ладно. Что нам делать? Давайте посмотрим с вами на эту карту. Нам все подсказывают, куда идти. Включим фонарик все-таки. Вот. Тут нужно прям все осматривать, я потому что боюсь что-нибудь упустить полезное. Вот, допустим, вот фильтр я сейчас взял. 21 минута у нас. Почему я не могу стрелять? Что за тупость-то, а? Не нужны патроны, это оружие вообще. Почему не стреляет? Твою мать. Я ни хрена не понимаю, почему не стреляет? Да мне кажется, это баг какой-то странный. У меня такого не было, когда я первый раз проходил. Чего теперь бегать без этого, без патронов? Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так, я понял. Так, осталось 17 минут у нас. Так, я не понял, подождите. Работай. Надо посмотреть настройки. Настройки. Звук, тут ничего нет такого. Игра. А, прицел. Попадание. Субтитры, подсказки. Детальные. Что такое детальное? Тут какой-то. Режим прицела. Удерживается. Сложность нормальная. Текст языка русский. Гамма. Управление, клавиатура. Движение вперед, назад, лево, право. Присесть, прыжок, спринт. Режим присев. Оружие. Оружие, один, оружие, два. Огонь, прицел, активный огонь. Перезарядка. Дополнительное оружие. Атака ножом, использование. Так, это у нас у. Инвентарь. Оружие, тап. Инвентарь. Противогаз. Сменить фильтр. Фонарик. Часы. Мена, так, стоп, инвентарь. Противогаз-то я знаю. Сменить фильтр. Я знаю, фонарик знаю. Зажигалка я знаю. А, аптечка знаю. А вот Т, что такое Т? Твою мать, что я сделал? А, в принципе, ничего не изменилось. Так, Т. А, это что ли? Ночное видение, типа. Смотрите, я удерживаю, да, нажимаю на F. Что это означает? Зеленая хрень. Ай, блин.
понимаю. Чего ты не хочешь стрелять, а, тварь? Я не понимаю вообще. Так, поднимаемся наверх. Так, нам нужно что-то здесь сделать. Эй, Мелли, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Так, сохранение. Артём! Там должны быть 4 стартера! Что означает вообще? Зарядка какая-то. Я не понимаю, что мне делать вообще. С этими патронами сраными. Так, это что у нас? Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все коврики, а надвинь крышки! А, понял. Задвигаем пока это. Ладно, потом разберемся, короче. Чуть не упал, кстати. Жми на кнопку по сигналу! Вторая! Четвертая! Три. Так, следующую. Первая кнопка. Молодец. Теперь давай дальше. Третья кнопка. Все. Ну, с Богом. Давай, сынок. Ура! Слушай мою команду. Все на платформу. Пытаемся запустить. Платформа. Давай, пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадежно! Проклятие! Ай, блин! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Уходим куда? К вам, что ли? Патронов нет вообще, представляете? Почему он не стреляет-то? Давай. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Что-то стрелять ты не хочешь. Хотя бы можно оружие поменять на другое.
как будет с оружием? Это работает. Налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём? О, фильтр. Как открыть ворота? Откуда я знаю, как открыть-то? Но что если... Что здесь что-то? Что-то есть. Да хрен его знает. О, это вообще тут ни одной царапинки, представляете? Теперь тихо. Пошли. Да ладно. Столько патронов. Так, я обязан это что-то поменять. Просто обязан. Я могу стрелять? Да ладно, блин. Наконец, вопрос решен. С этой херней. Теперь мне нужно еще одно оружие найти. Чтобы я типа мог вообще уже. Не было с этим. Никаких проблем вот с этим оружием, типа, стрелять. Ладно, это я этим оружием могу стрелять теперь. Хотя бы так, блин. Ой. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же! Железная башня. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый. Уничтожен. Второй. Не боеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот. Вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Окей, сейчас будет... Сейчас будет мясо по-любому. Я это помню. Очень хорошо. Проклятье! Проклятье! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артёма. Ну, удачи всем. Чё это за фигня была? А, я помню эту хрень. Ой, сейчас будет трудно. Я помню, вот
с этими херами сражался долго, никак не мог убить. И потом все-таки в один момент, где-то через 3 дня, я смог выполнить. Пройти задание. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Да вот то хрень, короче. Блин. Сейчас будет трэш. Да, это место. Я просто ненавижу это место. Против них эффективное оружие это... Дьявол. Лифт вот здесь. Это вот. Да две заперта. Огонь, конечно. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Че, идем дальше. Давай только не стрелять. Ну нафиг. Так, давай с другого оружия возьмем. Вот это, например. От них надо еще подальше уходить. Отлично. Куда дальше идти? Кстати, сейчас что-то легко. Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз. Народ и метро, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев. Урман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Че там? Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Сейчас будет жестко, наверное. Опять эти хрени. Опять это говно, смотрите, реально. Вот тут, кажется, трудно будет, типа. Я так понимаю. Это реально дерьмо какое-то.
Что-то есть. Фильтр. Без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне жутко. Артём, давай ко мне. Сквозь него, блин, прошли. Кто закрыто? Новый фильтр. Где ж у него кнопка? Ой, новый этот. Шлем. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Еще фильтр. Ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? В смысле? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Че, опять сейчас будет, да? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Сейчас, конечно. Смотри, что он творит. Это жесть какая-то. Так, у нас было сохранение, да? Пожалуй, начнем заново. Так. Быстро, быстро, быстро все делаем. Поднимаемся наверх, значит. Так, вот. Это кабина, да? Я управляю, типа. И нужно их уничтожить здесь, да? Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Есть половина ваша. Так, извлекли. Стержень. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Три четверти, но кискану еще капельку. Блин, надо быстрее, тут уже у меня все ломается нафиг. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Сейчас, ребята, минуту! Так, быром назад. Ага, туплю! Давай сюда! Быром, быром, быром. Все. Вниз, 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 вниз. В смысле? А вот. Будь оно неладно. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Thank you.
старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Так, ну, по-моему, скоро финал уже будет, да? Ты только оглядись, Артём. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу. Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем. Снова стать повелителями Земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес. А в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты сейчас финал будет, здесь, я помню, башню. Это последнее. Так, ну, походу, в этом выпуске мы все-таки закончим эту игру. Я помню то, что у нас там будет выбор, или убить врагов, или все-таки оставить Артём, черных в живых. Ну, я все-таки, наверное, оставлю их в живых черных. Потому что я играл в неулучшей одежде, они там все-таки были добрые. Вот так вот. Так, что ты сказал? Это взять. Что такое? Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя вот башня. Мы с Мельником выбрали поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом со Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Да, сейчас. Так, вначале, смотрите. Вот эта башня. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Вышли? Какого черта? Круг, быстро! Оружие сейчас. Сюжетом, да? Так, по сюжету. Все в порядке. Темные их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Еще один бар? Я
Я останавливаюсь на секунду. Слева! Они слева! Теперь справа! Давай, давай, давай! Вперед! Come on, come on. 6 патронов осталось, блин. Че у него за оружие такое офигенное? Почему у меня такое нет? Еще один патрон остался. Так, остался как дерьмо. Все. Аптечка нам нужна. Фильтр кончился. Артём, еще не все. Вернись на место. Что такое сейчас было? Его убил. Детонируемся. Демон еще. Больше не надо подыхать здесь. Нужно просто с ним идти. Если я пойду вперед, то меня опять демон схватит, и все, я это уже понял. Артём! Сюда! Давай, 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 вперед! Опять фильтр нужен. Вперед бежим, опа-на! Вон сверху-то. Давай скорее сюда! Нам нужно убираться отсюда. Артём, осмотри комнату, живо! Почти попал! Будь что сказать мужикам! Патроны. Закрыто, 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 закрыто. Остальное все закрыто, нормально. Мы как бы невидимые. Да и нахуй мы не очень. Куда они все бегут, очень интересно. Почему стоим? Вперед, вперед! Идем, идем. Так, вот эта башня, вход точнее, в эту башню. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Куда-то тоже никак.
все-таки можно туда попасть как-то. Нет, можно. Это я не помню. Да, вот лифт. Да. Лифт сказать, чем делать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка, забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Нифига как быстро. Держись покрепче, будет трясти. Я даже вверх не могу посмотреть. Почему так? Нифига себе. Так высоко. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика. Ульман. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель закрыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием. Ладно, Артём. Так, надо выбраться отсюда. А то закрыто. Заряжаем фонарик. А хотя нахер нам нужен. Сзади! Осторожнее! Нас даже он мешает подняться. Наверх. Все тут. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи. Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Сдохни, давай. В смысле, нахер? Вот черт. Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. Одному, и восстановить, да? Систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Блин, если честно, я не знаю, что мне делать. У меня есть выбор, или все тут уничтожить, что-то в матери. Или не установить, не установлять бомбу. Я, наверное, так и сделаю. Ничего не буду устанавливать, чтобы они все выжили, все мутанты. Потому что тут еще черные живут, и они добрые. Так тут не все мутанты злые. Ну ладно. Так и сделаем. А вот вверх путь есть. Поднимаемся. Сопля держится. Нет, это все-таки красиво, конечно. Так, фильтры. Так, поднимаемся выше. Он здесь. Это черный гоя. Смерть с тобой. Пришел истребить нас. Артём, прием, слышите?
Так как мне арта забраться? А так что ли? Да, так. Давайте еще раз. Нифига себе. Че, еще раз что ли? Да ну нафиг. Опять подниматься. Ой. Да, тут трудно перепрыгивать. Черный типа мутанта. Артём, прием, слышите? Да, вот ты место. Самая верхняя часть башни. Да, и мы тут будем устанавливать эту бомбу. Ядерная бомба, что ли? А, это нет, это не ядерная бомба, это как бы оборудование, Артём, которое выпускает ракеты. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Окей. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его. Да, у нас сейчас выбор идет. Что такое? Лол. Тоже. О, ясно. Там нужно еще вниз смотреть, чтобы кирпичи были. Да, вот так. Так, там ничего. Тут, в принципе, тоже ничего. Здесь ничего. А там? Нельзя.
нельзя позволить ему. Мы остановим тебя. Вот такие тут глюки появляются. Ладно, идем. Он пришел истребить нас. Сдавайся. Остановите его. Короче, бежим пока. Че, по кругу бежим или че? Да. И сколько нам? А, нет, коридор. Бежим, бежим, бежим. Уничтожьте его. Он пришел истребить нас. Артем! Нельзя позволить ему. Уничтожьте его. Так, что это? А, во. Он пришел истребить нас. Так, убегаем, убегаем. Уничтожьте его. Нельзя позволить ему. Остановите его. Блин, что я сделал? Ладно. На серзану, да? Ну, а сейчас мы быстренько. Опять, да, слушай, что буду делать? Ну, я черных убивать не буду. Не буду стрелять в них. Они хорошие. Да что ж ты будешь делать-то? Что это такое вообще? Неужели? Он пришел истребить нас. Уничтожьте его. Сдавайся. Так, вот тут что делать, я не понимаю. Так что ли? Ну все, мы дальше проходим наконец. Он пришел истребить нас. Сохранение. Так,
Так, еще раз хранение. Блин, я не буду в него стрелять. Врагов надо истреблять. Остроить его. Я в него стрелять не буду. Короче, давай я просто не буду стрелять, все. Просто сделаем так вот, все. Уничтожьте его. Да, надо его не устрелять, походу. Ничего там не сделаешь. Нельзя позволить ему. Врагов надо истреблять. Блин, жалко не стрелять. Не знаю почему. Уничтожьте его. Мы не позволим ему. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Блин, что сделал? Нахера? Я, кажется, выбрал этот случайно. Ракету. Типа уничтожил все. Блин, я не знаю, как. Блин, я не знал. Ну нахер просто. Это плохо. Плохая концовка. Не надо было этого делать. Мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Не, а как интересно оставить его в живых-то, не понимаю. Как тогда? Не, я помню то, что тут есть две концовки. Вот хорошая, когда остаешься в живых, и тут плохая концовка. Блин. Нет, ну это все. Мы прошли эту игру, дорогие друзья. Метро 2033. Вот. Кто-то заметил, что... Давайте пропустим субтитры. Блин, ребята, знаешь, что я хочу сделать? Так, нажать на клавиатуру. Все-таки в следующем выпуске, это не последнее, все-таки я пройду еще и это, как его там, как пройти игру. Хорошая концовка. Я все-таки это сделаю, ребята. На этом, короче, это еще не конец, дорогие друзья, это не финал.
финал будет в следующем выпуске, потому что я хочу посмотреть все-таки на нормальную концовку. Это херня. Так что на этом я заканчиваю 10-ю часть прохождения игры Метро 1033. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступаем в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующем выпуске 11 мы все-таки закончим эту игру нормально.